Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре силиконовая приманка от производителя Lucky John Pro Series Crab. Вставляется в пластиковом блистере, внутри имеется картонное вложение, на котором имеется интересующая нас информация. Вес краба 14 грамм. Как обычно, плашка, что дизайн из Японии, ну то есть, что это копия какой-то японской приманки. Ну и сзади, в принципе, плюс-минус то же самое, 1000 адресов в разных странах, и сказано, что по вкусу и запаху имеет имитацию креветки. Итак, давайте достанем саму приманку. Я думаю, многим, кто зашел на сайт или, в принципе, где-то увидел, захотят посмотреть именно на нее вживую. Я сам, когда первый раз увидел, был очень удивлен. Во-первых, я был не готов к таким размерам. Он действительно довольно-таки крупный, и мне тяжело представить, например, в моих условиях, кого я смогу на нее поймать. Я немножко представлял более меньший диаметр, но хотя бы раза в два. Здесь же вы имеете такую полномасштабную имитацию вполне себе такого подросшего средненького крабика. Выглядит очень натурально, очень живо. Все его лапки, все клешни сделаны из такого мягкого силикона, и он просто живой, такой желейный, подвижный. Ну, то есть в воде он будет создавать просто точную копию движения краба, перемещения. Проводка рекомендована такая скользящая, чисто по дну. Здесь специально для этого и сделал такой грузик, который не будет ни за что цепляться. Груз данной приманки 14 грамм, и вы вдоль дна с остановочками проводите данную приманку, имитируете движение краба, когда он немножко убегает от своих врагов, и тем самым провоцируете хищника на атаку. Все очень детализированно сделано, но опять-таки говорю, эта приманка, наверное, больше вам подойдет, если вы увлекаетесь морской ловлей, причем ловлей таких довольно-таки крупных хищников на больших глубинах, которые, в принципе, способны одним укусом, так сказать, заглотить данную приманку. Поэтому производитель позиционирует, что вроде бы как и наш хищник должен употреблять данных крабиков, но сами посудите, каких размеров должна быть щука или судак. Конечно же, они где-то есть, и если вы знаете, где они есть, то, я думаю, целесообразно вполне будет использовать эту приманку, но как минимум, чтобы удивить хищника, который уже видел многое, но такого я, по крайней мере, у других производителей еще не встречал. Оснащается он, получается, одинарным крючком, он идет открытого типа, то есть приманка такая не всепроходящая, не во всех тяжелых местах она пройдет. Открытый одинарник для того, чтобы более легко было засечь хищника, ну и, конечно же, есть возможность, если вы будете проводить где-то по корягам, зацепиться за веточку, так как поддев здесь довольно-таки серьезный. И опять-таки, крючок сделан в морском стиле, поэтому еще раз подразумевается, что все же где-то в 90% эта приманка пригодится тем, кто ловит на море. Огромная бородка, шикарная заточка, крючок здесь стоит просто отличный. Поэтому все те, кто хотел посмотреть, как же выглядит данная приманка, выглядит она очень живо, очень классно сделана. Я думаю, такое использовалось здесь как 3D-копирование, ну, потому что все на высшем уровне. Но, опять-таки, не для всех, не для каждого. Такой вот крабик Lucky John Pro Series Crab. Ну, а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!